Внимание! Специальное предложение только сегодняшнего дня. Не пропустите! Красная цена сегодня действует не только на все товары, но особенным предложением сегодня являются брюки под названием «Майя» 999 рублей. Набирайте номер телефона прямо сейчас, пока все цвета и все размеры в наличии. Звонки абсолютно бесплатные. Оплата при получении. Главное, успеть дозвониться прямо сейчас. Размеры до 60-го. Базовые брюки, которые мы с вами выбираем на эту весну. Все, наступил сезон ярких брюк. Наконец-то! Выбираем обязательно сегодня две пары по такой-то цене. Ольга Гридунова остановила выбор на черных, но фиолетовые уже положила в свою корзинку. Что сегодня выберете вы? Давайте разбираться. Из ярких у нас есть цвет бордо. Из ярких у нас есть с вами зеленый, васильково-синий и, посмотрите, фиолетовый цвет баклажан. Вот уж редкость, это второй выбор нашей Оли сегодня. Mm-hmm. Ну а вот и база, темно-синие, черные и бежевые. Итак, у нас получается 7 цветов на выбор. Вот этот кофе с молоком мне прям нравится тоже очень сильно, поэтому не отказывайте себе в удовольствии. Нравится — берите, значит, 3 пары как минимум. Ведь сегодня 999 рублей стоит брюки «Майя». Это самое выгодное предложение сегодняшнего дня. 900 рублей вы сегодня экономите. Но ты знаешь, когда мы выбираем для себя брюки, для многих это очень трудная задача. Иногда мы не можем подобрать размер правильно. Скажи, пожалуйста, как это сделать? Здесь у нас с вами есть 2 варианта выбора. Брюки представлены брендом «Лавира», поэтому если вы хотите брюки четко по фигуре, подтягивающие ваши формы, берем размер в размер. Если вы хотите брюки чуть свободнее, как делает наша Ксения, например, чтобы это получились брюки классического силуэта, мы берем на размер побольше. Но если хотите, можете взять яркую пару, например, размер в размер, классическую пару на размер больше, получите 2 разных посадки. Так, это все прекрасно. Но знаешь, как бывает, выбираем вроде бы свой размер, да, а он не натягивается вообще. Вот у меня чаще всего до коленок. Это вот даже вот мой размер беру. Почему дальше не идет? Потому что выбираешь неправильные материалы, ты выбираешь ткани без эластана. Давайте посмотрим, что обычно мы выбираем с вами в брюках. Классическую ткань. Классика – это креп или костюмная ткань. В нашем случае фактура абсолютно такая же. Фактура классической ткани крепа. Но посмотрите, что мы с вами получаем при этом, при всем. Мы получаем эластичный материал. Все, Оль, вот здесь твоя проблема решится моментально. Вот такие брюки идеально сядут на твою фигуру и абсолютно на любую другую фигуру. Здесь у нас с вами креп снаружи, а внутри трикотажная основа. Вот она, гладкая, плотная. Это плотный трикотаж, который вы, конечно же, сразу узнаете и на ощупь, и на эластичность. Mm-hmm. Смотри, какой плотный. Я растягиваю, а он не просвечивает. То есть мы выбираем с вами плотные сезонные брюки. Правильно, на весну это то, что нужно. Нужно поплотнее, чтобы было потеплее. Но только один день, только сегодня вы можете приобрести брюки с максимальной выгодой для вашего семейного бюджета. Цена красного цвета, цена только сегодня. Она действует только один день на нашем телеканале Shop & Show. 900 рублей вы сегодня экономите. Выбирайте свой размер, выбирайте свой цвет и возьмите как минимум 2 цвета. Знаете, мой вам совет, берите темный оттенок. Я знаю, что многие предпочитают именно темные, потому что они невероятно стройнят. И возьмите яркий. Все-таки весной нужно быть яркой, стильной. И, кстати, даже яркие цвета, они невероятно стройнят. Почему? Узнаем прямо сейчас. Давайте отправимся на подиум, посмотрим на девочек, на их размеры и на то, как они выглядят в этих брючках. Итак, Лали выбирает 54-й размер. Брюки фиолетового цвета вместе с элегантным жакетом, который сегодня представлен брендом «Заря». Весь образ, каждая из двух вещей по 999 рублей – это жакет «Кремона». На Татьяне, на наши яркие синие васильковые брюки вместе с блузобра 54-й размер. Снова берем брюки размер в размер. На Ксюше бордо брюки на размер больше. Она берет 50-й и блуза «Малиса». Я вам предлагаю сейчас посмотреть на наших девочек, на их фигуры, на то, насколько эти брюки подходят каждой из них. При этом я вам должна сказать, что многие женщины, например, считают, что им не идут брюки. Типичный пример, вот, кстати, Оля Гридунова, наша ведущая, которая говорит, что я брюки не ношу, мне брюки не идут. Вот смотри сегодня, как они на тебе шикарно сидят. Да, мне очень понравилась, какая посадка, вот прям вот идеально. Знаешь, что мне больше всего нравится? То, что брюки под животом не заканчиваются. Чаще всего их, ну ладно, натянули, да, застегнули, думаешь, ну почему? Все шьется на
худеньких, да, девочек, которые все время животики оголяют. Здесь идеальная посадка, вон какая высокая. Скажи, пожалуйста, а вот если побольше размер взять, да, тоже будет высокая посадка? Посадка у нас везде с вами вот такой высоты, и это идеально для любого типа фигуры, в том числе для типа фигуры яблочко, для типа фигуры груша. У нас с вами линия талии заканчивается почти под грудью. Посмотрите, вот она, за счет чего вы получаете подтяжку боков и живота. Вы получаете не пережимание себя по линии талии, вы получаете мягкую эластичную ленту и подстройку под любой из типов фигуры. Здорово, и главное, в животике тоже ничего не жмет, потрясающе. Ну, давайте вспомним, с какими трудностями мы сталкиваемся, когда приобретаем в магазинах брюки. Вспомните, чаще всего вот животик, да, перерезается, помнишь, да? Вот прям четкая, да, такая посадка по талии, и вот здесь вот сразу оп, такой вот образование с одной и с другой стороны. Не нравится мне все это. Конечно, никому не нравится, когда вот так выглядят на вас брюки. Согласитесь, вот такая посадка никого еще не украшала. Поэтому мы выбираем наши брюки на высокой талии, которые подтягивают животик, а не перерезают его. Что еще? Какие еще проблемы у нас с вами при выборе брюк? Ну, например, бока, которые тоже хочется спрятать, и живот. Давайте посмотрим, что же делают наши брюки. Наши брюки просто идеально подтягивают и животик, и бока. Плотная ткань позволяет нам с вами это сделать. Ну и идеальная совершенно фигура у нас получается. Посмотрите, абсолютно на каждой девочке мы с вами в этом сейчас убеждаемся. Напоминаю еще раз, берем размер в размер. Если хотим четкую подтяжку фигуры, берем на размер побольше. Если хотим классическую посадку брюк. Размеры от 46 до 60, но помните, не важно, какой цвет и какой размер вы сегодня закажете. В любом случае, идеальная подтянутая фигура вам гарантирована. Но надолго ли это? Ты знаешь, часто бывает, утягивающие ткани быстро растягиваются, особенно в районе коленок. Вот посидели буквально час-два, и все, встаем, уже такие вот, мешочки на коленях, что ли, образуются. Если у ткани нет эластичного возвратного эффекта, то действительно ваши брюки будут выглядеть вот так. За наши брюки я вам ручаюсь. Бренд Лавира – это короли трикотажа. Идеально выглядят брюки даже после многократной носки и стирки. А стирать их можно дома, прямо в стиральной машине. Выбирайте для себя брюки с идеальной посадкой, с изумительной фигурой, да, именно так. Брюки, которые сделают вашу идеальную фигуру сегодня за 999 рублей, не пропустите!